Вы на канале Наталья Соболев, Израиль. Нахожусь в магазине «Спорт». Я хочу показать несколько тренажеров. Вот один тренажер. Это беговая дорожка. Вот такая беговая дорожка красивая. Вот, и цена ее 4790. Так, вот такая беговая дорожка. Здесь еще оборудована передней ручкой такой. Так, и стоит эта дорожка тоже около 5000. Такая. Так. Вот еще такая дорожка. Так, цена ее 4700. И вот эта самая красивая дорожка, большая. Так, она стоит 5000. Велосипеды тренажерные. Так, ну это самые последние уже. Образцы такие самые крутые. Так, цена такого велосипеда будет 1699. Около 2000. 1600. 1700. Шикарные велосипеды тренажерные. Конечно, здесь уйма маленьких всяких приспособлений, дорожек, дорожки, коврички для занятий. Я здесь матрасик купила. Вот такие есть очень интересные. Мячи, резинки всякие. Вот такие. Ой, это я снимаю для своих любимых мужчин. Кто интересуется спорттоварами, посмотрите, какая интересная груша. Так, это для боксеров. Так, 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 так. Так, так, это такая вот интересная. Шлем такой. Шлем. Он очень легкий какой-то, из чего. Так. Еще груша. Ну, это называется груша «Мой босс». Так. И лицо, видите, похоже. Так. Конечно, большой выбор тут. Гирик. Ой, мне понравилось вот это красиво. Ой, нет, я не смогла ее поднять. Ой-ой-ой. Я так хватанула, думала, сейчас я подниму ее. Так, могу на расстоянии показать. Вот такие вот, видите, цепи. И вот такие гири тоже. Но это на улице, наверное, привязывают или в залах каких-то. Кожаная такая. Ух, тяжелая. Так. Ну и, конечно, большой выбор кроссовок. Вот такой. Шикарный выбор. Вот. Все фирмы кроссовок написаны вверху. Я сейчас показываю их. Вот. Пожалуйста. Ой-ой-ой. Так. И, конечно, Adidas. Так. Эмблема, мечи. Так красиво украшает тут большой зал, конечно, кроссовок. Представляете? Это в одну сторону. И вот сейчас я развернусь и в другую сторону. Ну, если по магазину пройтись, то можно увидеть одежду, плавательные костюмы, и детские, и взрослые. В общем, специализированный магазин только для спорта. Все для спорта здесь. Все для спорта. Вот так. Образцы кофточек, обуви. Тельные костюмы. Ну, желтенькие такие.
Желтенькие такие. И какие головные уборы. Очень шикарные головные уборы. С лисичками, с волками, с собачками. Такая сорлая. Ну, в общем, растеряешься, не знаешь, какой брать. Так. Вот, с волком. Красивая, с волком. Так, скорпион. Так, мои милые мужчины, держитесь. Такие здесь образцы футболок. А, люблю мужские вещи. Красивые. Большой-большой магазин, большой выбор. Так, ну все, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока.